В Германии взлетели цены на топливо. На некоторых заправках стоимость бензина превысила 2 евро. Это больше 1000 тенге. Почти столько же автомобилистам придется отдать за литр дизеля, который, кстати, всегда стоил традиционно дешевле. На подорожание горючего повлияло несколько факторов, в том числе ситуация вокруг Украины и высокие экологические налоги внутри самой Германии. Правительство ФРГ не стремится сделать топливо дешевым. Власти пытаются стимулировать граждан к экономному его использованию и бережному отношению к природе.